13 миллиардов долларов платит «Газпром», чтобы купить 72,6% акций «Сибнефти» у Романа Абрамовича. Компания, базировавшаяся на наследии советского промышленного комплекса, возвращается в лоно государства. Коллектив, значительную часть которого составляют амичи с нефтеперерабатывающего завода, практически безболезненно вливается в национальное достояние, чтобы продолжить работу в интересах страны. Немалую цену пришлось заплатить за бездумную приватизацию 90-х. Однако право частной собственности остается незыблемым. Восстанавливается историческая справедливость, приправленная тем, что Абрамович реализует предложенный социальный проект. Второй срок он губернатор на Чукотке. Куда важнее, что нефтедобыча и переработка вновь в руках государства.